На Первом еврейском выходит новая итоговая еженедельная программа под названием «Община». Ее ведущие, братья Эйхфусы, будут рассказывать о жизни еврейских общин и евреев в России и за рубежом, об их традициях, праздниках и о национальной кухне. Первый выпуск не пропустите уже в эту субботу после шаббата. Уникальная вещь. Это синагога здесь 1735 года, представляете? Да, Ребе? Да. Вариант спасения. Шикарные старинные кирпичи. А, Рэба, а сколько лет этой кирпичной кладке? Кладка, которую вы видите, ну, здание перестраивалось, но основные стены все те же самые. Секунду, сейчас нужно на паузу нажать, потому что там тепло и кондиционер. Да. Сейчас, секунду. Сейчас вытаскиваю тебя.